Опа! А ты чё подумал? Ты чё подумал? То, что я опять в труселях, это не трусы! Это не трусы, это шорты, ты видишь? Я не пошлый, а вот ты пошлый, если подумал, то, что это трусы. Это не трусы, это шорты, видишь? А ты что подумала? У меня такой вопрос. Да подожди, неудобно. Да давай! Насколько пошлые у тебя... У тебя мысли. Чё, сколько там у нас времени прошло? Ну, примерно 3 месяца прошло с предыдущей серии, когда мы с Катей записывали. Вот, кстати. Насколько пошлые мысли у моей девушки? 3 месяца. Этот ролик набрал 1 миллион просмотров и очень кучу такую огромную лайков. Вот мы решили... Надо проверить. 3 месяца-то уже прошло, кто его знает. Может, у меня в голове... Пошли, да, может, мы немножко пошлые мысли. А подожди, почему мы тут? Почему только мы? А он, вот, а она... Тоже. Кто знает, может, ты тоже пошлый? Вот, в принципе, сегодня мы это и проверим. Вот что это? Как думаешь? Перчик. Вот все, это как раз-таки просто верно. Перчик. А сегодня у нас необычные итоги будут. Они будут вот здесь. В этой серии мы будем вести подсчеты на наши любимые досочки. Досочки топ-донатеров. То есть мы будем смотреть рандомные, случайные картинки из интернета. И... Дисклеймер, YouTube, пожалуйста, не бань мои ролики и, пожалуйста, не выключай монетизацию, потому что на предыдущих роликах даже рекламы реально нет, YouTube все выключил. В этом ролике, чтоб потом никто в комментах не писал то, что, мол, Эдисон, ты такое показываешь на своих видео, в этом ролике нет ничего запрещенного, ничего зацензуренного, никаких пи-пи-пу и пи-пи-пизи, вот, нету ничего такого, нету, понимаешь, нету. Все, что ты увидишь в этом ролике, это только твоя фэнтези. Все, поехали. Играем по-честному. Мы включаем картинки, на которых изначально может показаться, что что-то пошлое, или может показаться что-то нормальное. Только честно, не врать, мать, не врать. Если что-то пошлое мы увидели... Сразу это говорим, не врем, просто добавляем плюсик. И в конце мы выясним, кто наиболее пошлый из нашей такой необычной компашки. У кого больше плюсов, тот как бы и пошляк. Пошляк. Ты готова? Я готов. Раз, два, три. Ну, честно, я увидел не то, что здесь, я увидел косточку сверху. Просто косточку для собаки. Здесь ничего нет. А ты тоже каждый раз можешь писать в комментах, что тебе изначально показалось. Не, вот. Ну, нет, здесь скрепки. Это... Здесь, ну окей, но с скрепками что-то все же изображено. Ну изображено сердечко, но... такое, Продолговатое такое. Но я увидел косточку, честно, врать не буду. Я тоже. Дальше, готова? Да. Оу. Не, подожди, не. Я подумал не то, я сначала не понял, что это у такое. У неё джинсы на ногах. Зачем? Ты вообще не туда смотришь, мать. Я всё увидел. Ты всё увидел? Честно, я не увидел. Ну, точно, я увидел что-то странное, но не подумал про то. Ну, это пипец. Ну, ты что подумала? Только честно. Я не увидел. Я сначала подумала, какого фига вообще он так делает, а потом опустила глаза вниз. И заметила... Горку! Ну, хорошо. Ну тогда 0-0, пока что 0-0. Да. Подожди, а почему ты Эдисон? Я не Эдисон. Эдисон! Эдисон! Сама ты Эдисон! Дальше! Как у тебя? Что? Что, как у меня? Шнобель! Но у меня не такой шнобель. Алло, скорее всего... Почему ты думаешь, что я про шнобель? А про что ты? Тогда, скорее всего, как у тебя, а не как у меня. Нет, у тебя. Как у меня? А что как у меня? А вот думайте. Ну я не знаю, какие-то головы сверху у нас. То есть ты не подумала про то, что могла подумать? Ну нет, они слишком убогие. Просто понимаете, насколько вы смотрите адекватных ютуберов? Мы вот не настолечко даже не пошлые. Мы вообще не пошлые. Следующий. Мы адекватные люди. Адекветы. Все, пиши. Ну тут ты мне плюс, честно. Подожди!
Не, подожди, чтобы просто развеять вот эти все мифы, она просто помогает ей подняться. Это cheerleader. По-русски это типа легкая гимнастика, будем вот так говорить. По-русски это cheerleader. Ну не чер, ну они просто гимнастикой занимаются, не видишь, она ей помогает при вст... Два плюса сразу. Да, сразу, правда. И тебе, и Елисуна, и мне. У нас наркоманский выпуск. Почему наркоманский? Ой. Вот почему? Потому что. Ну вот потому что. Два плюсика! Но у Кати плюсик больше, поэтому Катя больше наркоманша. Вот. Да подожди. Ой. Давай, раз. Два. Извините. Извините, что ты... Я не буду врать, я вообще не вру никогда. Я первое, что видел, это 6,9. Я вообще... Я так подумала, в смысле здесь цифры? А где что-нибудь? Кто увидел в первую очередь 6,9, напиши плюсик. Вот. Тебе тоже плюсик засчитывается. Катя, ну не ври. 6,9... Хорошо. Я надеваю очки, чтобы лучше видеть. Возможно, мне просто показалось. Хорошо. Мне засчиталось. Это самая пошлая картинка из всех пошлых картинок, которые я только видел. Это самая пошлая. Ютуб точно забанит. Ютуб, пожалуйста, не бань. Ну, если отдалиться, если прищуриться, то кое-что можно увидеть в стакане, но... Это я уже потом отдалился и прищурился, поэтому мне не показалось ничего. Посмотри на ее правую руку. Ну прищурься! Вот сделай так же, как это. Ну показалось же тебе! Ну показалось! Я честно не видела. Нет, я не видела, честно. Я подумала, может быть, что-то с рукой вот стойника. Нет, ну подожди, если реально прищурился... Ну сейчас я уже вижу. Ну хорошо, мне не показалось, только потом, когда уже прищурился. Значит, идем дальше. Идем дальше, вот. Ну ты как бы тоже пиши в комментах, показалось тебе или нет дальше. О, боже. Ну я почему-то подумал, что это просто третья лапка. Пёс еще такой... Но мне не показалось. Ну, мне показалось, давай. Плюсик. Плюсик в чат. Плюсик в чат, в коммент. Еще и шнобель зеленый какой-то. 2-2, 2-2. Хорошо. 8. 2-2-8? Не надо до 2-8. Дальше. Давай. Ну, мне нет, потому что я в первую очередь увидел... Какие-то ужасные ноги. Ну да, какие-то реально. Не, мне честно сразу показалось, что это просто буфера. Бампера. Бампер машины. Ну, это колени, если кто-то не допер это колени. Мне нет, потому что я обратил внимание вот на угос. Ну, господи. Какие-то ласты амфибии непонятные. 3-2! Ты смотри, как она меня сразу перегнала. Было 1-2, стало 3-2. Давай дальше. Мне показалось. Подожди. А, так это просто, это ботинок. Ну, в смысле, сзади него кто-то сидит на ступеньке. Я тоже плюсик рисуй. Так, все, уходи. Ютуб! Это нога, это ступня, смотри, там ботинок. Это просто неудачная фотка. Да-да, уходи. Ты слишком много видишь сегодня. Гриб! Ничего мне не показалось. Просто гриб. Ну, да. Ну, такое. Слишком простенько, простенько. Просто грибочек, мухомор какой-то. Давай переключай дальше. Ну вот эту я уже видел раньше, поэтому здесь мне ничего не показалось. Я даже сразу не заметила. Я когда-то в далеком. Боян. Ну здесь ничего нет, здесь такое, ничего нет. Хорошо, такое себе. Давай дальше. Следующее. Груша! Или жопа! Груча с курой. Жопа. Все же мне жопу показалось. О, пошляк. Да смысл пошляк, ну реально, ну жопастая груша, жопа. Она меня уже заколебала, честно. Пугает, я уже заикаться начал. Уйди отсюда. Она меня сегодня уже третий раз напугала. О, мне
показалось. Мне нет. Подожди. Ну такое. Ну тебе показалось? Да. Чипсы. Это просто чипсы да? на блюдечке. Чипсы. Очень странно. Очень странно они чипсы рассыпали, но все же чипсы. Мне показалось, что это чипсы. Ты просто посмотри, кто из нас здесь пошлее всего? Кто? Пошлее всего? Пошлее, пошлее. Нет, точно нет. Ну, мне кажется, здесь уже будут сейчас последние картинки, поэтому... Гений маркетинг. Просто гений. Это просто ошибка, то, что этот человек родился на планету, когда придумал то, что придумал вот это. Если здесь дорисовать сверху глазки, получится уточка, которая длинный нос, расплющенный. Уточкин клюв. У тебя клюв. Но он такой как будто немножко воспаленный. Короче. Короче, лучше бы ты вообще никогда рот не открывал, ну, в смысле. Угу. Следующее. Как это возможно? Подожди. Это мне как бы тоже показалось, но это кресло. Подожди. Одна ласта, вторая ласта. Она сидит просто в кресле. Это мусор какой. А здесь это ремень безопасности. Вот ремень безопасности. Это ну типа вот когда делаешь там кресло опускай. Ну мне показалось. Мне тоже. Все? Это все? Это конец? Нет. Вали, отдвигайся. Методом подсчета и проверки пошлости наших умов мы выяснили то, что девушки пошлее парней. Пошлее парней. 6,5, как вы видите. Но на этом наши эксперименты не заканчиваются. Потому что если ты хочешь, мы выпустим новую серию не через 3 месяца, как вот это вышло, а да хоть завтра, послезавтра. Ты думаешь, моя пошлость как-то изменится? Твоя пошлость может не измениться, но картинок там в интернете еще миллиард. Поэтому мы посмотрим. Ставь лайк! Вот лайк поставь, сколько лайков нужно брать, чтобы сразу же вышла новая серия. Сколько? Вот быстро, сколько? 40 тысяч. Ты ж с ума сошла. 30 тысяч. Я ставлю на 30 тысяч, она ставит на 40 тысяч. Докажите. Давай, кто выиграет? Кто выиграет? Сейчас выиграл я, вот давайте, чтобы сейчас Катя выиграла в лайках. Вот. 40? 30. И подписывайся на канал. Вот. Спасибо, всем удачи, всем пока. И всем порней. Порней и девушек. Пошлячок ты наш, да. Че? Ну, он же пошлячок. Ну, скорее всего, даже больше, чем ты. Мне кажется, у него там где-то 7-8. У тебя где-то 7-8. 7, да. Да, где-то так. Ну, вот мы тебя и раскусили, да. Нет! Уйди пошлая! Уйди!